Сегодня здесь нет людей, которых нужно мотивировать и уговаривать. Сегодня здесь есть люди, которым нужно просто дать в руки инструмент. Более 100 участников, более 40 команд, как раз, которые в принципе представляют большинство сельских территорий Челябинской области. Как раз молодая сила, уже теперь квалифицированная, образованная, которая хочет что-то положительное привнести в повседневную жизнь. Это хорошая возможность пообщаться, во-вторых, хорошая возможность поучиться и посмотреть вообще, где можно применить те социальные, даже свои потребности, то, что есть, ну, соединить потребности и возможности. Вот, используя и тьюторов, используя сейчас то, что мы проходили, общение с органами власти, то есть, ну, найти друг друга, что называется. Я считаю, что социальный лифт для молодежи нужно создавать в тех малых территориях, и особенно в сельской местности, для того, чтобы у них было стремление развивать и оставаться, именно жить на своей малой родине. Я могу пожелать нашим ребятам не терять желания, не терять веру в успех, продолжать работать. Мы поможем и сделаем все возможное, чтобы их идеи перестали быть идеей на бумаге или в своей голове, а стали реальным мероприятием, реальным проектом, стали пользой для нашего общества. Я думаю, результат будет однозначно, а реализовать проекты мы поможем ребятам.